это самая холодная ночь в кемпе Пайны Гранде. У нас очень смешная палатка. Можно было жить. Приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы прямо вот здесь были зайцы. Два. А вчера пробегала лиса. Ветер дул, но так и не... Палочка. Я ее смотал нитками. К настоящему моменту скоро нас увезет отсюда катамаран. Вот это и есть катамаран. Говорили катамаран, я подумал, что это вот такая хрень, когда вот сидят, в принципе, как корабль почти что. Может быть, даже еще кофе дадут. Мы поплывем сюда, на материк, так сказать.